В Нижневартовском районе на озере Дачное подростки прыгали в воду прямо с вышки ЛЭП, расположенной здесь же. Эти кадры попали в объектив камеры, а после распространились по группам в местных соцсетях. В районной полиции рассказали, что этот объект, наряду с другими водоемами, находится на контроле. С приходом тепла практически каждый день проходят межведомственные обследования береговой зоны. Отдыхающим напоминают правила безопасности, а также проверяют, нет ли здесь несовершеннолетних без сопровождения взрослых или тех, кто, вопреки запрету, решается поплавать в неприспособленном для этого месте. Данный водоем вообще не подлежит использованию для купания. А береговая зона, пожалуйста, могут люди отдыхать, загорать, но ни в коем случае не купаться. Предупреждаем людей, раздаем памятки, которые у нас имеются, разъясняем им именно правила поведения на воде. Данная работа проводится вместе с субъектами системы профилактики. То есть принимает участие администрация Нижневартовского района, комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки.